Шеф-повар Максим Григорьев. Начинка для пирожков с мясом и рисом. Сытные и вкусные пирожки пользуются неизменной популярностью. Их можно подать к чаю, взять с собой в дорогу, на работу или на пикник, дать детям в школу. Кто-то любит пирожки со сладкой начинкой, а кто-то с соленой. Время приготовления – 45 минут. Ингредиенты. Лук репчатый 100 грамм. Масло подсолнечное рафинированное 3 столовые ложки. Перец черный молотый 0,2 чайной ложки. Рис длиннозернистый 0,7 ст. Свинина ошеек 350 грамм. Соль 1 чайная ложка. Шаг 1. Для работы нам понадобится рис, свинина, ошеек, лук, подсолнечное масло, соль, черный молотый перец. Шаг 2. 0,7 стакана риса промыть и отварить до готовности. Шаг 3. 100 грамм лука очистить, нарезать кубиками и обжарить на подсолнечном масле, 3 столовые ложки, до прозрачности. Шаг 4. 350 грамм свинины пропустить через мясорубку и выложить в сковороду. Жарить, постоянно помешивая и разбивая комочки, до готовности мяса, приблизительно 20-25 минут. Шаг 5. Добавить подготовленный рис. Перемешать, приправить солью, 1 чайная ложка, и черным молотым перцем, 0,2 чайной ложки. Шаг 6. Начинка готова. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.